Здравствуйте, здравствуйте. Редакция «Момент истины» продолжает свою рубрику «Вопрос депутату». Теперь свой вопрос вы можете задать, используя мессенджеры WhatsApp, Telegram или Viber. Лучшие вопросы будут озвучены в эфире нашей программы и также переадресованы для более подробного разъяснения по этому вопросу депутату Государственной Думы. Ждем ваших вопросов. Добрый вечер. Посмотрел вашу рубрику, в которой вы отвечаете на вопросы своих зрителей. Меня зовут Лебедев Николай. Я пенсионер. Проживаю в селе Новая Усма. У меня инвалидность третьей степени, и дочь хочет перевести меня в город, потому что мне требуется уход. Но я отказываюсь. Здесь я получаю льготы, как пенсионер, проживающий в сельской местности. Признаюсь, мне все сложнее жить одному в доме. Но и обременять материально свою дочь я не хочу. Возможно, вы сможете мне помочь. Скажите, сохранится ли размер моей пенсии, если я перееду жить в город? Заранее благодарю вас. Кейс от Ветлужских сегодня о доплатах сельским пенсионерам. Еще в 2013 году было принято решение, и сельским пенсионерам, которые проработали не менее 30 лет на селе и проживают на селе, идет доплата 25% фиксированной части пенсии. Однако, как только пенсионеры уезжали в город или поселок становился городским поселением, то они теряли право на эту пенсию. Поэтому профсоюзы настаивали, Госдума приняла, и с 1 января 2022 года, даже если пенсионер уехал в город, ему будет продолжать начисляться эта доплата к пенсии 25%. Знайте свои права, смотрите кейсы от Ветлужских.